Так, снимаю полуитоги работы. Так, это окошечко. Позавчера намазала я их краской. И эта краска мне не понравилась. Стало мне подозрительно, что она в пленкой застынет и будет сходить. Я ее взяла и смыла. И теперь тут вот, ну не знаю, как показать. Она такая интересная. Ой, выбеленное дерево, что ли, получилось. Вот. Теперь вообще думаю, может вообще не красить. Не знаю, видно, не видно. Может, вот на этом окне. Вот второе окно готово. Ну, нет, конечно, нет. Надо покрасить. Может быть, еще раз вот так же сделать, намазать и... Или вообще цветные сделать окна. К примеру, вот эту стену серую, а окно Тиффани. Или все вместе с рамой Тиффани, или все серое. Подумаешь, скажешь мне. А ну, а эту белую. И стену, и... Ой, господи. И стену, и окно белое. Не? Или белое, а окно Тиффани. Вот осталось мне вот здесь притолоку и боковинку заколотить. И можно красить. А вот это хочу тебе сделать люстру. Ты же, наверное, забыл про нее. Хочу вот здесь вот ее над кроватью. Как ты думаешь, повесить?